ощущение, что победит Ростов. Так. Ну, надеюсь, что хотя бы 2-1. 2-0. 2-0. Да. Кто забьет? Давайте Роналдо и Щетинин, наверное. Я еще хочу сказать то, что Андрей Сергеевич Аржавин очень сильно пожалеет о том, что он сказал, то, что он поставил крест на футбольном клубе Ростов, то, что мы не войдем даже в десятку, а мне кажется, мы в тройке, в пятерке будем точно. С Оренбургом, я думаю, что игра будет тяжелая. Бы хотелось и надо выиграть. Если они включат, если они сыграют так, как они могут играть, не прекратят играть на первых 15 минутах, или когда забьют один или два гола, а будут играть до конца. Они же умеют играть. Бывает прекрасно играть. Бывает прослеживается почерк Барселоны в ее лучшие годы, когда удается несколько пасов выходить, когда есть опор, когда прессинг работает, когда слушают Валерия Георгиевича. Слушай, иногда надо глянуть вот боковой. Что он показывает? Так вот показывает или говорит молодец? Три любимых игрока в команде ПК «Ростов». Да. Давай. Карен Байрамян, Махеди и Иван Ковалев. Устал? Посмотри, сколько людей. Приятно? Положительные эмоции. Да? Играет только положительные эмоции. У нас всегда сложные матчи с слабыми командами. 2-1 выиграем, думаю. Este uno sigue balón. De aquí, allí, de aquí. Tocas más, de aquí, ¿no? Joder. Y luego las variantes. Уже понятно, или нет? Да, я все понял. Спасибо. Есть шутейка сразу? Вот на это? Да. Так, он ищет Цутермина в составе, такой нету. Честно скажи, состоишь в клубе болельщиков? Конечно, я обожаю ваши стикеры, вообще я люблю, как вы ведете свою телегу. Артем, ты состоишь в клубе болельщиков? Конечно, все у него. Идеальная просто организация. Дань, ты состоишь в клубе болельщиков? Я, конечно. Тебе показать? На самом деле, да, подписан, конечно. А что нравится в клубе болельщиков? Больше всего? Больше всего мне нравится интервью с персоналом. Подскажите, пожалуйста, вы состоите в клубе болельщиков? Я подписан на телеграм-канал. Да, все, да. Это самое главное. Спасибо. Я смотрю. Что нравится? Все нравится. Вот. Читаю. Смотрю фоточки, видео. Артем, да. Каждому задаю вопрос сегодня. Вы состоите в телеграм-канале клуба болельщиков? Обязательно. Что нравится там? Все нравится. Спасибо большое. Ничего плохого не бывает. Спасибо. Говорят, что... Команда досконально готовится к каждому матчу, к каждому сопернику, вот просто изучает все. Хотел бы проверить. Вот Оренбург, год основания. 1743. Неплохо. А население? Слушай, если не ошибаюсь, где-то 500 000, давай, 500 тысяч 30 с чем-то. 500 тысяч 30 с чем-то. Это на какой год? На этот? Да, я думаю, на наши дни. А еще, кстати, Оренбург в 40-е годы называли Чкаловым. Город Чкалов. Ты счастливчик? Почему? Потому что... Больше 1000 человек принимало участие в конкурсе. Ты победил. Какие эмоции, когда увидел свое имя? Ну, не знаю, я сначала не особо поверил в это, до того, как мне не написали потом личные сообщения. Но была очень сильная радость. Покупайте билеты на каждый домашний матч в Ростове, у вас будет тоже возможность выиграть такие подарки.
счастливое место. Да! Мы футболисты будущие. Да. Тренируемся сейчас, надеемся попасть когда-нибудь в Ростов. Да. Поэтому будем стараться делать все для этого. Уже с мала до велика тренируемся уже который год. Очень часто на играх. Очень нравится. Ростов, уже... вперед! Один год нашему клубу болельщику. Твое имя выбрал рандомайзер. Когда ты узнал, какие эмоции испытал? Ну, я сначала не поверил, то, что я выиграл, а потом все-таки понял, что футболка достанется мне. Есть что передать тем людям, которые хотели ее выиграть, но, к сожалению, не смогли победить? Да, часто конкурсов, и они обязательно выиграют. Надо верить, я думаю. Всегда нужно верить, особенно в нашу команду. Я думаю, мы отыграемся и выиграем. Унывать однозначно не будем, точно. Будем собраться и опять бой на второй тайм. Надо, чтобы команда не сдавалась, чтобы собрались. И сейчас как накостыляли, чтобы мы только и видели, как мячики в ворота залетают. 4 мячика мы должны увидеть в этих воротах сейчас. В эти моменты как раз и проверяется, насколько мы любим наш город и наш клуб. Согласен. Спасибо большое. Надо сражаться до конца. Happy birthday! Yeah, thank you! Ну как? Нормально. Дебюта! Вади, Вади, модма, модма. Модма тебе кинула. Ну, в первую очередь хочу всех поприветствовать, поблагодарить, кто нас поддерживал, кто сегодня верил в нас, кто верит в нас. Всегда. Что касается игры, то я считаю, что сегодня полностью доминировали всю игру. Но, к сожалению, там две какие-то микроошибки привели к двум забитым голам в наши ворота. И, наверное, молодцы, что не опустили руки. В первые как бы все спокойно обсудили. И на второй тайм вышли с, наверное, уже не на 150, а уже на 250%, что ну, не можем, наверное, проигрывать и выпускать игру. Я думаю и уверен, что в команде нет ни одного человека, кому безразличен результат, кто не бьется, кто не хочет выиграть и победить в каждом эпизоде, в каждой игре. Поэтому спасибо вам большое, и это ваша тоже победа.